Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, пробежимся по ежедневкам. Выиграйте 5 многопользовательских игр, разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца, и нанести 30 единиц урона растениям-героям. Окей. 30 единиц урона. Ну, за кого будем играть? Наверное, мы с тобой сыграем за ржавый разряд. Ну, естественно, пробное. Поехали. Нам нужно нанести 30 единиц урона героям-растениям. Я так понял? Сейчас посмотрим, что у нас получится. Кто нам тут выпадет в противнике. О, почти высшая лига, ребята. И это каротин. Это та самая морковка. Ох, я даже не знаю. Ну ладно, попробуем, что у нас тут из этого получится. Ага, шаман со двух приемов делает. Ладушки. Ну, у меня пока нет никаких, ребята, дел. Чё он стоит? Чё он ожидает? Вот скажи мне, что он там хочет выждать? Ага. 5. Хм, на орехах. На орехах, да, значит? Значит, я сделаю вот так. Типа прикрылся, что ли? Ладно. Ай, как хорошо-то, ребят. Ну, чем хорошо? Во-первых, сейчас мы его уничтожим. Вот этот вот орех. Я пропускаю ход. Он, наверное, понял, да, что пахнет керосином. Ну, чё ты стоишь там? Так, сейчас он там надумает что-нибудь. О, видишь, что делает? Ну вот и славненько, вот и славненько, ребята. Этот в минус. Так, а это у нас 4 или больше, но мы с тобой вот так сделаем. И, наверное, вот так. Погнали. Давай сделаю вот так вот. Заменяет наш ландшафт, к сожалению. Так, и что дальше? Поехали. Такс, ну что тут-то нам придумать? Давай я, наверное, сделаю вот так. Орех. Удваивает ему жизни. Серьезно? Погнали. Так, так. Да. Ладно. Что он там делает?
А давай я вот так вот поставлю. Хе-хей. Так, сколько он там получит? А, два? Погнали. Угу. Поехали. Так. Так. И все. И бета-каротин мы с тобой победили. Так, это засчитывается как... Или не засчитывается? Подожди, я... Так, 30 единиц урона... Странно. Чё-то как-то, ладно. Чё у нас там еще надо? Разыграйте три растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. Ну, это потом. Вначале нам нужно все-таки нанести 30 единиц урона растениям. Растениям-героям, я имею в виду. А уже после будем разыгрывать с тобой растения. Оу, 41 ранг. Что ж вы мучаете-то меня, а? Своими 41 рангами, 40-ми. Вот это хорошая карта. Вот эта карта вообще хорошая. Но не знаю, успеем ли мы ее реализовать. 5 единиц энергии стоит. Вообще не дешевая карта, друзья. Ох ты. Ох ты, смотри-ка, что вытворяет. Интересно. Давай вот так проверим. Естественно, он прикроется. Видишь как? Так, это молодец, что он прикрылся. Поехали. Да, наверное, так и сделаем. Правда... Окей. Дальше у нас есть шарик, да, с тобой? Шарик захудалик. Так и назовем его. Блин, ну и куда ее ставить? Сюда, что ли? Пока не буду я никуда ее ставить. Чего? Микс? Ну ты посмотри, а. Так, я надеюсь на защиту. Нафига нам? Сейчас мне тут не нужна вообще никак. Эх, хе-хе-хе-хе. А вдруг у него, ребята, микс фруктовый будет, а? У него микс может быть фруктовый, и тогда этот будет бомбить. Да, интересно, конечно. Я думал, что он будет на грибах чисто, но он, видишь? Так, он убьет этого, да, получается? Даже вот так вот. Так, это же будет бомбить, по-моему, насколько я помню, нет? Угу. 6.
Блин, 6. Давай я так сделаю. Я не знаю, что у него там, ребята, в закромах, но он этого может уничтожить. Вот, видишь, что творит? Погнали. Пиу, пиу. У нас больше хпшки нету, да? Нету. Пум-пум-пум-пум. Так, 3 нам нужно оставить. Поэтому сделаем с тобой вот так. И вот так. Ха-ха-ха, я понял. Грибы будешь, да, свои тут рассаживать? Грибы будет рассаживать, друзья мои. Поехали тогда. Как раз это все поголовье будет уничтожаться. Ну все, 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 давай, давай, давай. Все, побуянили и хватит. Побуянили и хватит. Погнали. А вот теперь, друзья мои, самое-самое паршивое. Если у него сейчас будут грибы. А мы будем надеяться, что у него их не будет. Так, ладно. Ну, это ерунда, все, если он сейчас, конечно, не усилит там как-нибудь. Все. Прочерк, хорошо. Так, здесь заменяем. Ставим вот так. Погнали. Угу. Так, усиливает грибы. Так, что нам сделать-то здесь? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. 3 и 2. 5 в лицо, да, получается, мы получим. Поехали. Печаль. Я даже не знаю, что тут лучше сделать-то. Ну, так вот пока. Если у нее этот гриб сейчас остался, то нам крышка, ребят. Серьезно? У тебя нет гриба? У тебя нет гриба? Я даже не знаю, что сделать-то. Наверное, вот так вот. Поехали. Слушай, а солнечный удар, который у него есть, он куда может бомбить? Прям по мне? Я вот не помню этого. Ну а что еще могу сделать, ребят? Хе-хе-хе, вызвал гриб, да? Оп, сюда его так.
Ну что, уничтожаем? Угу. Вот так вот он решил сделать. Надеюсь, не в моего персонажа ты попадешь. В героя главного. Все, до свидания. Поехали. А прикинь, бы он бомбанул бы в героя. Он мог и так сделать, если честно. Ну что, ребята, по-моему, мы это событие прошли. Да, здесь мы получаем. Так, значит, дальше у нас разыграть три растения, которые стоят не меньше 4 солнц. Почему у меня тут бабах стоит, скажи-ка мне на милость? Дайте мне гриб. Подожди, а у гриба... А что у нас у гриба там есть? Какие у нас... Больше 4. У него, по-моему, нет таких даже. А, есть. Больше 4. Блин. Ай. Ай, сделал ерунду, ребят. Ладно, фиксим. Ну. Такое начало вообще, ребят, никакое, скажу тебе. Раджет Деннис. Против него мы играем. Так а что, я тоже ничего делать не буду здесь. Мне этот гриб, что ли, просто так тратить? Нет, конечно. И на втором ходу, ну, максимум могу прикрыться фруктовым миксом, если он там поставит какую-нибудь гадость. Очень-очень долго тянет резину, ребята. Очень долго он тянет резину. И все-таки созрел на вытягивание 2 карт. Все-таки добор это очень хорошо, ребята. А вот мне что-то как-то не особо везет. К сожалению. Да ничего пока делать не буду. Угу. Такс, ну давай дальше двигаться. Сундук. Вот так вот ты, да, решил сделать. Ну сделаем именно вот так вот для начала. И вот так, чтобы не выеживался здесь. Поехали. Ну, 2 в лицо получим, конечно, 5. Он будет прокачиваться потихоньку, полегоньку. Но мы его можем убрать потом. В принципе, ничего сложного в этом не будет. Опять. Сундук в сундук. Сундук в сундук. Так, ладно. Опять эта могилка. Давай я так вот сделаю. Ага, пират. Ну, пирата мы с тобой бомбанем, так сказать. Все, да? Ну что, пора добор делать, я так понимаю, ребят. 3, 4. Блин, 5. Или не будем добору делать? Противник сдался? Ты серьезно? Я не знаю, ребят, почему он сдался. У меня там была одна сейчас
гениальная идея в голову пришла, но он мне ее не дал воплотить, к сожалению. Так, друзья мои, нам нужно... Все равно мы не нанесли, он сдался. В любом случае, нам надо двигаться дальше. Так. Нет, колпаком надо отыграть. Там была у меня неплохая идейка по поводу выставить полянку и начать добор делать. Но, видишь, там был шанс велик того, что он тоже поменяет. Но пока бы он поменял, мы бы уже с тобой добора там нахапали, будь здоров. О! Поменяю, наверное. Не то. Нептусь, ну, Нептусь на чем? Обычно на спортивных у нас бомбашит. Давай начнем. Естественно, его нужно убрать отсюда, чтобы он не мешался нам. Ага. Дует сюда. Это Нептусь, не забывай, у нее есть. Что он творит? Рестлера позвал. Спортивная колода, что ли, я не пойму. Ну, что-то вот типа того, ребят. Что-то вот типа того у него. Ага. Ага, я что-то... Я не удивлен, если честно. Да давай я так сделаю. Фиг с ним. Рикошет случайного, блин. А вот, давай вот этот гриб убирай. Ой, блин. У него еще и это срабатывает, ты посмотри. Ну, амфибию вставляет. Ага. Вот что у него тут, смотри. Так, ну что я сделаю, наверное. Мне надо как-то этого чудика добить. Я пока не знаю, я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так вот. Надо было наоборот немножко сделать. Но сглупил. Ерунду мне дали, если честно. Защита. Отлично. Так, вырубаем кого? Вырубаем вот этого. Так, у него, наверное, еще такой один поганец будет, да? С ландшафтом. Ты серьезно? И пока все. Больше ничего сделать не могу, ребят. Усилился, хорошо. Чух. Угу. Ну вот теперь, друзья, я не знаю, как нам быть-то тут, блин. Видишь, что начинает творить. Кто там? А, он убирает. И кого же он берет? А я бы вот этого лучше бы на его месте убрал бы. Ну, это дело его. Погнали.
Ребята, 2 единички здоровья. Ты понимаешь, что такое 2 единички здоровья? Смотри внимательно. Спасибо тебе за одолжение. А, он же этого убьет. И вот после этого он думает, что все у него хорошо, да? Все, друзья мои, не могу больше ничего сделать, к сожалению. Блин. Какая-то печалька прям. Кого тут убрать, я даже не знаю. Ну, давай. А вот этого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не того-то мы убрали. Все? Ребят, самая огромная... А, не, нормально, нормально. Я хотел, самая огромная ошибка моя, что я поставил его сюда, а потом подумал, а почему огромный? Он же мне, если бы прописал бы, я бы в любом случае проиграл бы. Так, ну что, мы нанесли? Да, мы с тобой разыграли эти растения. Но нам нужно еще выиграть с тобой одну игру, чтобы получить 100 кристаллов. Чтобы получить 100 кристаллов. Блин, ну хотелось бы, конечно, за... как-то за орех выиграть, я уж не знаю, ребят. Ой, все, ну тут не обсуждается, ребят. Это фейл. Это фейл, к сожалению. Да. Он сейчас меня тут раздавит на своих ландшафтах. К сожалению, как ни крути. У меня ландшафта ни одного нету вообще. Опа, сундук поставил. Ха-ха-ха. Ну давай, допустим. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Почему я не удивлен, а, ребят? Ладно, фиг с ним. Доборы пошли. Ладно, доборы, так доборы. Что, будем хиляться тогда, получается, да? Будем хиляться. Кто там? О, отлично. Так, ну этого мы с тобой бомбанем. Так, этого шваркнем. Ну, здесь, наверное, сделаем вот так вот.
Да и, наверное, все пока. О, еще один заморозочник. Так, заморозил. Но он тоже замораживает, ребят, мне абсолютно... А, еще и так сделал, да? Какая красота. Опять сундук. Прячет. Ну, что я могу сделать, ребят? Пускай прячет. Жалко, у меня нету заморозки. Ну, чтобы заморозить. Да? Да. Ну, мы, например, можем сделать... А что мы можем сделать? Поставить вот так. Да? И поставить, наверное, вот так. И сделать, наверное, еще и вот так. Ну и плюс, наверное, еще вот так. Давай смотреть. Раз вылез, два вылез. Заморозил, молодец. Отлично. Так. Так, у него еще будут эти копатели или нет, интересно вязать. Вот, у него еще копатели есть. Отлично, ребята. Потенциальные трупики. Но это уже на потом. Ну что, пока, наверное, сделаем за... Плюс один за каждое растение и зомби. Плюс один. Ну, я не знаю, ребята, стоит ли вообще сейчас что-то делать, переводить, я думаю, не стоит. Хотя прикрыться бы, наверное, надо. Давай сделаю вот так вот. Ну и пока все. Так. Заморозил, молодец. В общем, вот это вот трупы. И то, что он дороже сделал, ребят, это мне абсолютно по барабану. Там превращается, пускай, в кого хочет. Че он там? Че, взрываем? Так, что сделать-то лучше тут? Я даже не знаю. Да ничего пока я делать не буду. Ну, размещает зомби-астронавта. Абсолютно по барабану, ребята, я его уничтожу. Кровожадность, ради бога, делай. Такс, о, как хорошо-то, ребят. Как хорошо, что нам вот это вот выпало. Будем выставлять, конечно, а что нам? Погоди. Придется немножко, ребята, карты поменять, к сожалению. Сделаем вот так. Пум-пум-пум-пум. Ну и, наверное, вот так вот. Потом, что нам нужно сделать? Наверное, вот так. Да и вот так, наверное. Да пока хватит. Прибережем.
Сработала, да, защита у тебя? Карты вытянутые, да, стоят меньше? Я понял. Бургер. Так, друзья мои, у меня выпал бургер. Там, наверное, опять заморозка у него, да, скорее всего? Даже так. Ну что я могу сделать? Я могу сделать вот так только. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Сделаем, наверное, вот так. Подожди, зачем мне так делать? Лучше, наверное, сделаем вот так. И... Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да и все, пока. Кого ты уберешь? Вот этого? Ну, что ты там задумался-то? Даже так? Окей, уби. Так, значит... Хил у нас есть. За хил я вообще, ребят, нисколечко не переживаю. Пират. Ты гляди, какого он позвал. Во-первых, восстановим себе маленечко здоровье, да? Плюс у него там сработать кое-что должно. Теперь ставим вот так. Теперь делаем вот так. И все. Захаркали чувачка. Так, ну что, ребята, мы получаем награду. А, по-моему, или подожди. Или получаем. Получаем, ребят. Но, к сожалению, пока чуть-чуть нам не хватит, да? Чуть-чуть буквально. Но я думаю, в следующей серии мы с тобой добьем ту самую тыщенку и купим с тобой 10 паков. И будем надеяться, что выпадут там опять же легендарные карты. Так, а здесь я проиграл в прошлый раз, ребята, играя. Меня здесь разнесли. Ну, в следующий раз, хотя я, наверное, просплю в следующий раз. Ладно, в любом случае, интересная сегодня была игра. 38 ранг. Кстати, через 5 дней 21 час у нас закончится. Я думаю, до 40-го мы уж точно доберемся. Постараемся. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.